Евангелие от Матфея, глава 16. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно. И поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете, а знамени времен не можете? Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка“. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: „Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: „За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?“ Они сказали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого почитаете меня?“ Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах“. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господь, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“. Тогда Иисус сказал ученикам своим: „Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем“.